Всем привет! Сейчас покажу вам две новые настройки Android, которые ускорят работу вашего телефона. Естественно, все пользователи хотят себе на телефонах стабильную и быструю работу своего телефона. Поэтому в Android 14 появляются новые настройки, которые только тестируются, но их уже можно активировать для улучшения работы своего телефона. Эти действия я выполняю на телефоне Xiaomi 12 Lite. Первая настройка позволит увеличить время работы своего телефона, чтобы разряжался он намного медленнее, а также поможет бюджетным телефонам, у которых нехватка в основном оперативной памяти, работать как можно намного быстрее. Получается, что функционал этой настройки был подсмотрен разработчиками Android в приложении Greenify. Погуглив и узнав, что это, то есть это инструмент, который позволяет вам переводить в спящий режим любое приложение, которое работает в фоновом режиме на устройстве Android, благодаря чему простаивающее приложение не будет съедать ресурсы батареи вашего устройства. То есть система автоматически закрывает фоновые процессы и не позволяет им задействовать в процессах, что в свою очередь снижает нагрузку на батарею вашего телефона. Для того, чтобы включить эту настройку, откройте меню для разработчиков и найдите пункт «Приостановить работу кэшированных приложений». После включения этой настройки, какой можно ожидать результат через несколько суток использования своего телефона? Плюсы в том, что при обычном использовании телефон работал на 1,5 часа дольше. Также снизился расход батареи, когда телефон не использовался. Это отлично заметно в ночное время. И под каждый активный процесс выделялось большое количество оперативной памяти. Минусов хоть и меньше, но их следует тоже учесть. Это то, что вот в меню для многозадачности переключение между приложениями стало чуть более долгим. И то, что уведомления от приложений приходят с опозданием, то есть решается закреплением приложений в памяти. По сути, данная настройка не будет актуальна для флагманских телефонов и больше подойдет бюджетным телефонам. Но случаи бывают всякие, поэтому учесть стоит под себя. Вторая настройка. Вот, например, одной из причин того, что приложения на айфонах работают намного быстрее, помимо работы планировщика, является возможность iOS не препятствовать выполнению сторонних процессов приложений. Но Android намеренно не позволяет сторонним приложениям, таким как играм или остальным тяжелым задачам, поддерживать все процессы, периодически закрывая их. Поэтому данная настройка, она снимает это ограничение на уровне системы Android, а значит подходит даже телефонам с собственными оболочками, как Xiaomi и так далее. Заходим в наши настройки, расширенные настройки, в меню для разработчиков, и нужно здесь активировать пункт «Отключить ограничения для дочерних процессов». И после проделанных настроек я заметила улучшение работы с незначительной 0,5 часа потери автономности, что не является большой проблемой. Обязательно проделайте то же самое на своем телефоне. Ребят, спасибо всем за внимание, подписывайтесь на канал, оставляйте свое мнение в комментариях, ставьте лайк этому видео. Всем пока-пока!